Рынок труда. Рынок труда занимает одно из главных мест в системе экономических отношений. Численность трудовых ресурсов в среднем за 2020 год составляла 27 343 человека. Это 100,8% от уровня 2019 года. Учтен рост показателя на 227 человек за счет пенсионной реформы. В 2020 году численность работающих на крупных и средних предприятиях составила 9686 человек. Снижение показателя на 332 человека или 96,7% к уровню 2019 года. Снижение численности показали Восточно-Сибирский завод металлоконструкции, угольные разрезы, Назаровская ГРЭС, Назаровский элеватор. Изменения происходили в 2021 году на разрезе Сереульский, деятельность которого была прекращена путем реорганизации в форме присоединения к акционерному обществу «Разрез Назаровский». С 1 ноября произошло присоединение горно-монтажно-наладочного управления к Бородинскому РМЗ. Численность руководящего состава в количестве 41 человек переведена в город Бородино. По данным предприятия, на территории города будет функционировать производственная площадка с численностью работников 320 человек. Назаровский завод по изготовлению металлоконструкций приобрел новый собственник общества «Северокавказский завод металлоконструкции». В этом году решались организационные вопросы, проведены ремонтные работы, восстановительные работы и подготовка к зимнему сезону. Предприятие сейчас ведет формирование портфеля заказов и набор специалистов. На 2022 год планируется численность 230 человек.